Добрий вечір, шановні телеглядачі. На телеканалі Рудана щотижнева програма «Контакт». У нас в гостях начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому міськради Жупіна Сергій Іванович. Добрий вечір. Добрий вечір. Шановні телеглядачі, я нагадаю вам, що ми працюємо у прямому ефірі. Наш контактний телефон 716-999. Телефонуйте, і ми відповімо на всі ваші запитання. Сергій Іванович, перше запитання таке. Назвіть, будь ласка, особливості роботи щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах міста в зимово-весняний період. Прежде всего, спасибо за вопрос. Хочу сказать о том, что общество спасения на воде, которое имело быть место ранее, сейчас является продолжителем в нашем городе, в частности, такое создано предприятие, как коммунальное предприятие аварийно-спасательная мобильная служба на воде. Она занимается вопросами и профилактики, и спасения, и предупреждения возникновения данных ситуаций. Достаточно сказать о том, что ними подготовлено на сегодняшний день 109 матросов-спасателей, которые готовы для оказания помощи людям, терпящим бедствия, как на воде, так и они квалифицируются также подготовки по спасению людей на льду. На сегодняшний день особенностью также является то, что вопросами профилактики спасения и непосредственно спасения проводят такие подразделения, которые дислоцируются в Криворожском гарнизоне. Ну, я уже назвал коммунальные наши предприятия. Второе – это Криворожское городское управление, Главное управление Государственной службы надзвичайных ситуаций. Также этого же структурного подразделения – это третий государственный пожароспасательный отряд. Далее объектовые пожарно-спасательные подразделения. Ну и, конечно же, наш государственный военизированный горно-спасательный отряд, который имеет также возможности оказания проведения профилактики по этому вопросу. Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций, вот, а также все службы городские гражданской защиты, которые созданы в системе гражданской защиты города, кстати, руководителем которого является миський голова, начальник гражданской защиты города, они также проводят профилактику. И одно из требований начальника гражданской защиты города, городского головы, о том, что не только специализированные подразделения, а и все участники этой системы должны проводить профилактическую работу не только в данном случае нашей темы разговора, а вообще по всем видам чрезвычайных ситуаций. И особое внимание уделяется, конечно же, это профилактике среди детей, прежде всего, это учебных заведениях, среди студенческой молодежи. У нас, к сожалению, есть факты, которые и шутники у нас есть, так сказать, в кавычках, и по другим вопросам. Ну и, естественно, также проводится целая система предупреждения среди сознательного населения нашего, это рабочего на предприятиях, учреждениях и заведениях в том числе. И все оно направлено, конечно же, на то, чтобы как можно меньше люди получали и травматизм, и увечья, ну и, естественно, чтобы было меньше несчастных случаев, которые направлены. Поэтому я хочу сказать следующее нашим телезрителям о том, что и в средствах массовой информации, ну, две телекомпании у нас, потом радио, также печатные средства, это прежде всего и газета «Червоный Герник», и другие издания, они публикуют наши памятки, которых мы рекомендуем, чтобы как можно обращались к ним советами, также инструкции поведения в той или иной чрезвычайной ситуации или в экстремальной ситуации, когда человек погиб и попадает, извиняюсь. И, конечно же, прислушиваться к тому, чтобы преподаватели по таким предметам, как безопасность жизненной деятельности, по линии гражданской обороны, будем говорить по-старому, это и месячник гражданской обороны. Все это есть комплекс, который выражается в особенностях предупреждения вопросов безопасности людей в тех или иных ситуациях, в том числе и на льду. Сергій Іванович, існує сумна статистика загибелі людей у зимовий період. Що ви скажете з цього приводу? Ну, статистика, вона и сумна, и в то же время она приятная. В каком приятна? В том плане, что
у нас есть факты спасения людей. Если брать непосредственно спасение людей на льду, то статистика 2010-2011 года говорит о том, что у нас спасено было 2 человека, к сожалению, один погиб. 2012-2013 зимний период, то у нас тут получается 3 человека спасены подразделениями, ну и 3 человека погибшие. Хочу акцентировать внимание о том, что при проведении спасательных, ну если можно так выразиться, операциях, действиях наших подразделений, то прежде всего идет организация взаимодействия. Взаимодействие заключается в следующем, о том, что начинается вопрос взаимообмена информацией при получении сигнала о бедствии. Вот так было, к примеру, в Саксаганском районе в феврале месяце этого года, когда человек находился на льду, рыбачок, и провалился на льду. Услышав бедствие сигнал, люди позвонили на службу 101, и сразу же те передали информацию коммунальному предприятию рятования на воде, которые выдвинулись к месту происшествия. Непосредственно сами также подразделения 14 части выехало на место происшествия пожароспасательное. Ну и, естественно, пошел сигнал на службу 103, которая среагировала, тоже приехала. И с общими усилиями этому человеку было, он, во-первых, извлечен из ситуации, и потом надана первая медицинская помощь, и доставлен он, госпитализирован в одно из лечебных заведений города. Ну, второй факт, примером, может быть, немножко печальный в том плане, что у нас в Терновском районе одного из водоемов тоже был факт. Ну, я хочу, почему его говорю, о том, что существует также, помимо всего этого, и человеческий фактор. Люди для того, чтобы идти по берегу, допустим, решили пройти ближайшим путем и пересечь водоем, как говорят, наупростед. Вышли на середину водоема мужчина и женщина, и произошел облом льда под их весом. В результате этого тоже, опять же, прохожие увидели, услышали крик о помощи, выехали подразделения Терновского района, мною ранее указанные по данному примеру плана взаимодействия. Но, к сожалению, женщину спасли, а мужчина пошел ко дну, понимаете? Поэтому тут такие вопросы. Я бы хотел бы еще раз, конечно же, обратиться в плане того, что у нас есть и первый вопрос, это профилактики, и мы говорим, и печатаем, и обращаемся неоднократно. Вот. Но все-таки человеческий фактор присущ при этом, и хотелось бы, чтобы человек, предпринимая какое-то действие, он обязательно должен подумать, есть ли смысл в этом, и стоит ли, допустим, играть со льдом, выходить на него, там, прыгать, пробовать его глубину, проваливаться, рискуя, конечно же, своей жизнью в конечном итоге и получением травмы, увечья какого-то и так далее. Сергій Іванович, у продовження теми профілактики, як діяти, що потрібно знати і яких правил необхідно дотримуватися, щоб уникнути нещасних випадків на водоймах у зимовий весняний період? І взагалі, чи можна вставати на лід і чи... Як діяти в цьому випадку? В цій зв'язі я хотів би нашим зрителям сказати некоторые советы, чтобы они обращали внимание в этом плане. Том, что, ну, на сегодняшний день погодные условия у нас они благоприятные. У нас льда нету, заморозков нету, но я думаю, что неделя вторая, и все оно начинает появляться. Поэтому хотелось бы обратиться о том, что допускаемая безопасная толщина льда, которая есть, она составляет минимально это 5-7 сантиметров. Что же касается, допустим, нахождения и более такого обнадеживающего выхода на лед, это допускается, ну, глубина, толщина льда от 7 до 15 сантиметров. Если же это групповой выход, ну, имеется в виду там 10-15 человек решили там поиграть в хоккей или же просто покататься на коньках, то здесь рекомендуется такой, будем так говорить, групповой массовый выход на лед. Эта толщина льда должна соответствовать до 25 сантиметров. Ну, как это определить визуально, к примеру? Есть цветность льда, есть
такой синевато-зеленоватый оттенок, это уже говорит о том, что примерно где-то 15 сантиметров его. Если же вы видите о том, что лед белый, вот, и это уже говорит о том, что у него есть какие-то капли воды, влажность повышенная, поэтому он хрупкий и нежелательно выходить, он менее 5 сантиметров. Я думаю, что любители зимней рыбной ловли очень хорошо осведомлены, поэтому и в связи о том, что их упомянул, конечно же, хотел бы сказать ряд рекомендаций в плане их личной безопасности. Выходя на рыбную зимнюю подледную рыбную ловлю, то необходимо предусмотреть такие вопросы, как иметь при себе спасательный жилет. Вот. Второе, это необходимо иметь веревку длиной где-то примерно 15-20 метров, причем один из них конец должен быть завязанный, вот такой петлеобразный, а на втором должен быть груз где-то весом от 400 до 500 граммов. Для того, чтобы можно было при помощи этой веревки бросить своему товарищу или же самому зацепиться за какой-то предмет и произвести эвакуацию, если будет такая необходимость в случае провала. Второе, третье, на что хочу обратить внимание, это по поводу своей формы, ну, будем так говорить, военным термином, формы одежды. То есть то, что на себя одевает. Необходимо одевать так, чтобы попадая, если случится такая беда, человек попадает в лунку, то эта одежда как можно медленнее накапливала в себе влажность. Почему? Потому что мы все прекрасно понимаем, что оно начинает увеличиваться вес, и человек начинает потихоньку погружаться. Ну, естественно, на сегодня очень серьезно распространен вопрос и наличие мобильных телефонов. Это говорит о том, что при наборе, допустим, номера 101, 102, 103, 104, вот, это все те службы, которые между собой в плане информационной или взаимодействия и в плане общего реагирования одновременного для оказания помощи. Я не зря назвал службу 104, почему? Потому что она заведена в общую сеть, и даже если вы позвоните туда и скажете, что я такой-то, такой-то, ну, прошу помощи, потому что провалился на льду, моментом будет передана информация, не говоря уже за 103, 102, 101, и они же прибудут для оказания помощи человеку в указанное вами место. Поэтому хотелось бы обратить внимание. Ну, а что касается, допустим, людей, которые бывают в качестве прохожего или видящего бедствия, которые человек терпит, ну, тут то же самое, есть у нас определенные рекомендации по этому вопросу. Если есть такая необходимость, я думаю, что она есть, то мы можем остановиться в том плане. Прежде всего, сообщить по указанным номерам местонахождение в обязательном порядке. Почему? Потому что это уже убыстряет время прибытия, ориентировку движения транспортных спасательных средств к месту происшествия. Вот. Следующее о том, что если человек имеет такое желание, я думаю, что в данных ситуациях процентов 90 все-таки решается на то, чтобы оказать помощь тому человеку, который терпит бедствие, в данной ситуации мы речь ведем о провале на льду, то тут необходимо уже с более прохладной головой, ну, будем так, может, грубо скажу, с трезвым умом бросаться на помощь этому человеку. И сразу же, прежде всего, оценить свои возможности, сможет это сделать или нет. Потому что в данной ситуации, теряя время на это, может быть, лучше заняться вопросом вызова спасательного подразделения, и будет эффективно. Но если человек уже отважился, то необходимо соблюсти ряд рекомендаций, прежде всего, для того, чтобы он, эта помощь была эффективна, и он сам не пострадал. То есть посмотреть вокруг себя, есть ли какие-то предметы. Если он на лыжах находился, там прогуливался, это одно. Взять, использовать лыжи, лечь на них и потихонечку подбираться к объекту, который терпит бедствие. Если же этого нету, посмотреть, может, есть какая-то доска, может, ну, такой предмет, который позволяет увеличить площадь опоры на лед.
Если же ни одного, ни второго, ни ветки, ничего нету, то просто человек ложится на лед и потихонечку подбирается к тому объекту, который необходимо оказать помощь. При этом необходимо учесть, есть ли шарфик, есть ли ремень какой-то, вот, смоделировать какой-то предмет для того, чтобы можно было бросить человеку и его на определенном расстоянии. На что хочу обратить внимание, о том, что все мы, конечно же, по, так сказать, по воспитанию готовы к совершению героического поступка, но я еще раз хочу сказать о том, что подходить для оказания помощи необходимо на расстояние максимум 2-3 метров. Почему? Потому что мы можем спровоцировать пролом льда и в то же время ухудшить более обстановку. Если же это группа ребят там, или мужчин, то нужно соблюсти тоже определенные правила. Лечь и друг друга за ноги подталкивая, придерживая, для того, чтобы можно было подобраться по объекту и в целом оказать эвакуацию. Когда вопросы решены по поводу надания там допомоги, допустим, там, подручными средствами, и начинается процесс эвакуации уже непосредственно пострадавшего, то тут пострадавший должен по меру своих возможностей сил оказать помощь уже людям, которые занимаются эвакуацией. То есть работать ногами, частично одной рукой, второй придерживаясь. И выйдя на поверхность льда, уже начинать потихоньку тоже ползти в сторону берега ближайшим путем. Но ни в коем случае ни одна группа, ни пострадавшие не должны вскакивать на ноги в пылу радости, что вот вытащили, потому что в конечном итоге можно опять провалиться и опять повториться эта ситуация. А первые дії до приїзду швидкої? Ну, а первые действия до приезда медицинской помощи, то необходимо уже, когда человека доставили на берег, его прежде всего снять с него влажное обмундирование, постараться по возможности растереть при необходимости такими движениями массажными, ну и при наличии вдруг чая у кого-то и так далее, мы понимаем, что ситуация разная бывает. Может быть, да, и может кого-то там где-то, но не злоупотребляя, конечно, именно напитками. Почему? Потому что оно может повредить и оказать. Кстати, не всегда идет рекомендация о том, чтобы спиртные напитки для сугреву, как говорят, они наоборот вредят. Да, наоборот, могут. Это доказано медициной і так далі, в такому плані. Добре, і повертаючись до теми рибалок, чи визначені місця для ловлі риб на водоймах та річках міста? Ну, об этом я хочу сказати следующее, що на сьогоднішній день этот вопрос в связи с учетом климатических наших условий, он отрабатывается в районах. Одна из задач органов самоуправления – определить эти вопросы. Допустим, точно так же, как в летний период мы определяем вопросы мест купания, массового купания и отдыха людей у воды и на воде. Вот. Поэтому статистика, ну не статистика, а наблюдение говорит о том, что у нас уже люди выработали примерно места. Прежде всего, это Карачуновское водохранилище, хотя оно территориально не относится к территории нашего города, но тем не менее жители города, любители рыбалки выезжают туда и активно занимаются ловлей. Да, хочу сказать еще одно, один из методов безопасности, о том, чтобы лунки делать для того, чтобы удить, так сказать, рыбку, то необходимо на расстоянии 5-6 метров вокруг себя. Почему? Потому что оно тоже влияет на устойчивость льда. Вот. Ну и массово, конечно, друг возле дружки не собираться, потому что, опять же, у нас неоднократно случаи бывают о том, что люди выходят на рыбалку, как правило, это на реке Днепр, потом на Азовском море бывает информация о том, что подразделение МЧС выезжает и надают рыбалкам, которые льдина оторвалась, и начинают их, так сказать, в самом прямом смысле вылавливать из вертолета, спасать, проводить спасательные операции, на катерах подходить и так далее. Это очень длительный такой трудоемкий процесс, тем не менее функция спасателя есть функция спасателя. Ну а задача рыбака о том, чтобы себя обеспечить безопасностью, вот, потому что ловля рыбы, это, конечно же,
хобби, которое, ну, увлечение многих людей. Вот, поэтому второе место – это русло реки Саксагань. Вот, на нем находится у нас два водосховища, так сказать. Это Кресовская и Дзержинская. Вот, поэтому этот вопрос тоже у нас уже сориентирован в плане спасательных операций таких. И третье, о том, что я бы хотел бы акцентировать внимание жителей о том, что со вчерашнего дня и плюс сегодняшний день осталось 90 дней, у нас пошел сброс по Карачиновскому водохранилищу по руслу реки Ингулец. Почему я об этом говорю? Потому что с наступлением морозов у нас будет происходить медленное, не так активное по сравнению с другими водоемами, замерзание воды. Тем не менее, сброс будет осуществляться, и по наблюдению прошлых лет, то вода может появиться на поверхности льда, что также усугубляет вопросы измерения толщины льда, ну и усложняет, конечно же, выход на него. Поэтому в данной ситуации хотелось бы обратиться к тому, чтобы быть предельно внимательными. Вот, и на этих точках, там в районе парка Правды, потом до построения нового моста на Урицкого, все это, конечно же, быть максимум внимательным. Добре, це програма «Контакт». У нас за стяг начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому міськради Жупіна Сергій Іванович. Наш контактний телефон 716-999. Ми працюємо у прямому ефірі. І у вас є ще час, аби поставити запитання моєму співрозмовнику. Будьте активними. Сергій Іванович, що ви можете сказати про роботу комунального підприємства аварійна рятувальна мобільна служба рятування на воді, наскільки вона ефективна? Ну, я вже частично затронув, що вона якоби є продовженням того, що освіт у нас існував, він був у виді однієї спасательної станції того на Інгульце, точніше на ріці Інгулець в парку Правди. На сьогоднішній день це підрозділення, воно развито, личного состава насчитывает 36 человек. Оно коммунальное предприятие. В 2001 году решением органов самоуправления городским советом было создано это структурное подразделение. Вот. На сегодняшний день на счету этих спасателей проведено спасение около 130 человек. То есть возвращена жизнь или недопущенные случаи таких неприятных и в том числе гибели. Вот. Второе, то, что у них организовано четкое взаимодействие с подразделениями службы охраны общественного порядка в плане оказания помощи в раскрытии различных преступлений. Это поиски, ну, бывают случаи, когда пытаются, так сказать, концы в воду, ну, эти концы они ныряют, поиском занимаются, у них есть определенная специальная аппаратура для этого. Вот. В том числе она, эта аппаратура предназначена для изучения состояния глубины дна, а также состояния подводной части гидротехнических сооружений. Вот. Третье, о том, что в летний период они активно занимаются профилактикой в плане проверки состояния мест отдыха наших трудящихся, это турбазы, профилактории, которые находятся у воды, а также активно занимаются подготовкой матросов-спасателей, которые обеспечивают, допустим, службу на пляжах, местах массового отдыха наших жителей города. Вот. Поэтому значимость этой службы очень велика. Технически она оснащена на сегодня. У них есть, как я уже сказал, и плавсредства на воде, и на шоссе оперативное прибытие к месту происшествия. Вот. И дислокация трех станций. Первая станция – это в парке Правды, вторая станция – это на Кресовском водохранилище, и третья – это на Карачиновском водохранилище в районе Кудашева. Вот. Поэтому, звичайно, всі професіонали, так? Да, ну, професіонали, однозначно, там височайшого класу люди є. Три медика у них имеются, то есть они готовы первую медицинскую помощь оказать прямо на месте. Такие факты бывают, вот, когда человек тонет, ему там, допустим, в парке Правды было,
несколько лет назад два таких случая, и благодаря тому, что медик находился, в том числе на водохрещении один, там пернул, ударился головой о днище, дно реки, и они эвакуировали его, сразу же откачали этого человека, госпитализировали в скорую помощь. Сергій Іванович, трохи відійдемо від теми рятування на воді. Через місяць ми зустрічатимо Новий рік, так? Він вже не за горами. Питання таке, звичайно, старий Новий рік і новий рік ми будемо зустрічати з піротехнічними засобами, так? Однозначно. Ви як спеціаліст, що порадите людям, аби запобігти яких надзвичайних ситуацій? Прежде всего, хочу сказати о том, що у нас ежегодно отрабатывается вопрос по лінії комісії техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій, о том, що ми проводимо под руководством председателя комиссии, готовится распоряжение городского головы о запрещении и продаже пиротехнических средств в неотведенных для этого местах. Но что я имею в виду? Что у нас в городе имеется ряд специализированных магазинов, которые отвечают за реализацию пиротехнических средств, начиная от детей, которые там 14 лет и более, можно их приобретать. Второе о том, что сертификаты, качество, это тоже специализированные магазины отвечают за это. Если же люди, а у нас есть такие довольно-таки частые случаи, когда идут на рынок, начинают в неустановленных местах, люди там с украдкой продают их, и начинаются потом вопросы, проблемные вопросы в период уже непосредственно пользования этими пиротехническими средствами. Поэтому и служба охраны общественного порядка, я имею в виду МВД, потом управление надзвичайних ситуацій, відділ по сприянню правоохоронній роботі виконкому, управління розвитку підприємства, це все комісійно йде, обслідує і ведуть боротьбу з нелегальною продажею, будемо так говорити, несанкціонованою продажею цих піротехнічних средств. Хотілося б звернутися до жителям, що в будь-якому випадку при приобретенні, то необходимо обращать внимание на производителя этого вещи, предмета, будем так говорить. Потому что бывают случаи, что не успеет он срабатывать, как разрывается в руках, и получаются травмы и лица, и глаз, и рук, ожоги определенных степеней. И у нас есть такие факты по городу, и они проявляются и в новогоднюю ночь, с 31 на 1, когда у нас тут, конечно же, канонады такие серьезные, оно красиво, зрелищно, но тем не менее не надо забывать о том, что оно связано с окружающими. Почему я об этом говорю? Потому что мы ставим какую-то реактивную, в кавычках, установку, она начинает производить 8-12-24 выстрела, и кто его знает, какой выстрел может быть и чреватым в этой ситуации. Поэтому даже в этом случае необходимо соблюдать все меры предосторожности. Особенно хотелось бы обратиться на пап, глав семьи, которые занимаются этим вопросом, приглашают детей, посмотрите, как это все красиво, да у меня лучше, чем у соседа справа, там у соседа слева. Такой вид маленького состязания. Но, к сожалению, бывают случаи, когда пострадают в этой ситуации дети. Где-то что-то не вылетело. Приходит, начинает смотреть, а почему оно не вылетело. И тут происходит оно, так сказать. Добре, Сергій Іванович, і все ж таки, якщо, не дай Боже, трапилась якась біда, куди телефонувати? Телефонувати необхідно в службу 101, 102, 103. Люди приїдуть. Користуюсь нагодою, я хочу нагадати про те, що завтра буде проведена перевірка системи оповіщення в нашому місті. В регіональному масштабі час проведення 13 годин 50 хвилин до 14 годин 10 хвилин. Це система оповіщення служби цивільного захисту області і міста в тому числі. Люди почують про роботу сирен, а також транслювання по радіомовленню міста Кривого Рогу. Добре, спасибі за розмову. Це була програма «Контакт». У нас в гостях був начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому міськради Жупіна Сергій Іванович. Бережіть себе і спробуйте зробити так, аби рятувальники залишились без роботи у доброму, хорошому сенсі цього слова. З вами був Ігор Кононенко. На все добре.